Я желаю, уважаемые подписчики и просто зрители. Сегодня, после того, как опубликовал ролик про вечную лампочку, спрашивали схему. Схема тут самая примитивная. Сейчас покажу. Вот, значит, выпрямитель 6 вольт, 2,4 вольт-ампера. Так на нем написано. Здесь сеть, значит, ну, розетка, 230 вольт. Если у вас розетка 220 напряжения, то надо регулировать по-другому, то есть, видите, может не выйти. То есть надо, чтобы напряжение уравнялось. У меня 230-235 даже. Фаза 0 и выпрямитель, на выпрямитель, значит, включен в розетку. И лампочка 7 ватт, вот она. Вот эта лампочка. Вот. 7 ватт, 12 вольт. 7 ватт на 12 вольт постоянного тока. Вот так вот здесь. На лампочку плюс и минус. Там показано. Красный обычно, вот у меня красный. Красным тут они красят, вот красным, красный фаза, черный фаза, я называю фазу плюс, считайте, поэтому по-рептилоидски черный минус. Все, и вся схема тут, все, значит, просто уравновешивается это самое ток, то есть выпрямитель, значит, и лампочка имеет равный ток, одинаковые по силе. И, значит, когда лампочка включена, включили ее, ток пошел вот сюда на лампочку, значит, лампочка нагрелась, с нее ток пошел сюда назад и приостановилась. То есть не это самое, потребление ноль. А далее что происходит? Лампочка остывает после этого. И опять пошел ток. И так беспрерывно. То есть смысл в чем? Ток-то берется, но берется он так, что сразу возвращается. Вот в чем. Не то, что она волшебная лампочка. Нет. Просто уравновешенный ток. И когда она здесь равна и здесь. Сначала здесь 0, а здесь вот 2,4 вольт на ампер. И вот она пошла. Лампочка нагрелась, ток назад пошел, раз и встала. А после этого она опять остывает, опять ток пошел. Но так как это происходит очень быстро, то есть там сотые секунды, то практически не видно, что потребления нету. А на деле потребление есть, но отдается тут же назад. Вот в чем дело. Получается, что ноль. Взял-отдал. То есть это быстро происходит. Когда, допустим, сила лампочки большая, она взяла, вот, вернула. А тут, значит, выпрямитель мощный стоит. Она как бы вернула, он еще мощность увеличил. И происходит даже перерасход. А так, если равны мощность выпрямителя и мощность лампочки равна, то можно отрегулировать. А в дальнейшем будем регулировать на более большие мощности. Надо подобрать, значит, запчасти. Вот и все. Спасибо за внимание. Желаю всем здоровья и успехов в личной жизни. И исполнение всех желаний.